Всем доброго вечера. Мы тут с мамулей красотулей сидим. Мама уже покушала. Отец, кстати, на улице занимается. Уже вечер у нас. 8 часов доходит. Че мамуля красотуля тут сварила? Да сварила кашку гороховую, специально жиденькую, как я люблю, здесь лучок обжарила. И тушенку взяла смоленскую, но она мне не понравилась. Не очень, да, смоленская тушенка. Она, во-первых, как вот как фаршем сделана такая, как. Ага. И она какая-то темная, невкусная, перцу много там, ну, в общем, непонятно что. В общем, Ну, она я как-то. взяла, да, на пробу. Ну, желательно больше не буду я ее брать. И вот такая кашка, я так с удовольствием наелась. Такой серый хлебушек еще. Да, ржано-пшеничный хлебушек. Попробуем. Отведаем, что тут у нас получилось, так? Сейчас мы отведаем. Горячая еще. Я перемешал, кстати. Так она жиденькая. Специально люблю такую кашку. Она прямо. Еще можно было ее Она еще купить. подзагустеет. А она ее уже не загустеет. А, не успеет. Нет, она не загустеет тоже. Ну, может, чуть-чуть капельку, она будет такая. Я вообще люблю, чтобы горох был разваренный, разваренный. Развалины грубо. Да. Я вот сижу, сплю за столом. Так хорошо наелась. Так сегодня в огороде прокопались сколько? Так каждый день теперь Солнышко. дома. Еще и дома надо делать, и приготовить, и посуду помыть, и все сделать. Кисок накормить, Список помимо того. собакина. Завтра передают у нас жарко. Ага. Сегодня понуто бы не слушала погоду. Жарко, ветер. В субботу, в воскресенье будет жаркая погода. Опять пожароопасная погода. У нас вчера в Черногорске горело там. Ой-ой-ой, страшно. Несколько из Усть-Абакана, из Черногорска, еще откуда-то приехали пожарные, тушили. Большой-большой пожар. И там вот, по-моему, с той стороны Угу. на горе это Ну там тоже степи трава горят. горела, типа, да. Ну, в общем, опять. Это будет жарко, значит, в субботу, воскресенье, понедельник. Со вторника уже обещают понижение маленькой температуры и дожди, по-моему. В общем, ребята и девчата, ужинаем. Да. Сегодня у нас вечер, 29 У апреля. нас одни кашки. Вчера кашка гречневая была, еще маленькая осталась. Картошечка у меня в морозилке была. Я делала это замораживаю, я и супы замораживаю, и это. А что я дала? А я кысам дала. Васильевич тоже кашу варил вчера с тушенкой. В общем, тушенку я, ой, кашу я им дала с чем творогом, а потом картошку подогрела вечером. Так что у нас мы на кашах сейчас. Тут Да, мы перешли на на кашах, на кашу. гороховых. Ну, я на бобовых. Ну, греч, а я у него не знаю там, какая крупа была. А я Он не сам помню. видно, он забыл, какую крупу купил. Что там за Ну, не крупа? кукурузную, она слетит, а это какая-то непонятная. В общем, ребята и девчата, ролик у нас продолжается. Увидимся уже завтра утром. Да? Доброе, доброе, доброе. 7 утра. Сегодня у нас уже 30 апреля 2022 года. Сынуля Красотуля спал, но его окошко посветило солнышко. И заорали голодные, голодные петухи утром. Обычно утром, когда орут петухи, они обычно просят жрать. Утром жрать. В общем, поорали петухи. Я, конечно же, встал. Кстати, погода у нас на 7 часов утра, в данный момент 7 часов 00 минут утра. И мы снарядились, пошли по воду. Да. Все-таки открою тайну. Петухи по утрам, когда орут, они просят жрать. Жрать! Глаза открыли, жрать! Сразу проснулись, солнышко увидели, жрать! Да, и собаки точно так же жрать. В общем, цепляем камеру и топаем, топаем, топаем по воду. Потом накормим собакинов. Ага.
Сынулька красотулька съездил с поводу. Тут уже, кстати, каша. Каша с тушенкой. Тушенка. Я добавил кипяточка сюда. Вот тушенка. Прям с тушенкой. Кипяточка. Сейчас кошки тут уже делят. Делят. Ух ты, они тут уже делят. Ух ты. Делят уже. Так, Кеша тут. Ну-ка. Так. Сидеть. Ох, ешьте кашу. Ешьте кашу. Потом еще дам. Рубайте, Буся, иди рубай. Они не дадут тебе. Кеша ждет. Иди ешь. Вот оно, наше хозяйство. Наше хозяйство, ребята и девчата. Сейчас я иду. Кормить собакина вкусными вкусняшками. Все, идем кормить. Ба-бам! Сынуля красотуля, я пожарил тут вареники с картофелем. Так, я просто посолил, добавил водички, они у меня потушились, пропарились. Также у нас вчерашняя каша гороховая. Мы сейчас, я возьму вот эти вареники, переложу сюда в гороховую кашу, и мы перемешаем гороховая каша здесь с тушенкой. Это будет у нас выглядеть как соусом. В общем, кушаем это наш вкусный завтрак. Собакам я уже дал вкусняшки. Собаки довольны, грызут, кушают вкусняшки. Благодаря сынулю красотулю. В общем, будем завтракать. А кысам-то, да? Кысам, конечно, кысам я уже дал. Кысы уже с утра. В общем, смотрите, как аппетитно выглядит. Многие думают, не аппетитно. Или не аппетитно выглядит. Аппетитно, мамуля. Мамуля, кстати, позавтракала. Отец пошел дымить. Конечно. Она с маслицем хлебушек попила. Нет, калачик с маслицем вкусный. Калачик с маслицем. Смотрите, как аппетитно или не аппетитно. Ну, конечно, на что это похоже? Еще вот такой вареник здоровый. Да. Игорь, ты что, сейчас его весь в рот? Да он горячий, я не буду его весь в рот запихивать. Я чуть-чуть попробую, отведаю, и как раз оно подостынет, и будем кушать. Смотрите, как вкусно выглядит. Или оно невкусно выглядит? Не надо. Ой, гнёж горячий. А каша-то холодная была, каша с холодильника, так что оно маленькое это. Да, в принципе, вкусно. Ну уже, а ты маленькая. Да, подостыли. В общем, ребята и девчата, такой вкусняшкой сынуля красотуля будет завтракать. Ладно, таблетки пить, да идти. Вишня у меня там стоит. Я потихоньку делаю. А, гребешь потихоньку. Ну, я пойду дровами этими позанимаюсь. Надо, потому что мусор этот убрать. Сейчас позавтракаю и надо поколоть дрова. Вот каждый день работаю. Да, каждый день. Потом стирка пойдет, надо будет постирать. Ой, пуховик. Надо, столько работы много. В общем, постепенно что-то мы делаем. Делаем, а куда же мы денемся? Ну так, ребята и девчата, позавтракали. Продолжаем разбор этой кучи. Вчера он меня порубил, потом устал. Руки позаболели. Будем продолжать вот это барахло. Стаскивать во временку, стапливать будем ее, стопим. А вот это порубим, сейчас раскидаем. В общем, занимаемся помаленьку. Да, Мурахина? Мурахина, да. В общем, занимаемся. Делаем. Есть кто дома? Это вас налоговая беспокоит. Тук-тук-тук. Тишина, дома никого нет. Тук-тук.
это я, налоговый инспектор. Никого нет дома. Хозяева. Хозяева. Мне нужны ваши финансовые накопления. Смотрите, какая красота, красота, мамка тут старается. Боже, как все выглядит. Обстригает чисто веточки. Дальше идет помаленьку. Уже набухают. Че, мамулька, как успехи? Заколебалась мамка. Молча делает. Нормально, да? Нормально. Нормально. Он Кеша пошел, завалился. Отдыхать в тенек. Так. Идем. Ну, в общем, ребята, с кучей мы разобрались. Ну все, как-то так. Василич, а что ты делаешь? После ремонта комплектую. В общем, комплектуем инструмент весь отдельно. Инструмент, что с тобой возить? Что возить, что оставлять? Да. Это машина легковая, сильно много не положишь, не нагрузишь. Лишнюю. Вот всякий случай, вот бы она лучше бы и не нужна была, наконечник рулевой тяги. Но так как в грязи везде, в труднодоступных местах мало ли чего было, обрывало, ага. Ломало, а где взять? Медведь СТО не делает в тайге, вот. Обратиться некуда. Так один экземпляр даже привязать, и то еще в общем, надо будет. В общем, отец комплектует. Надо будет. Бибику, комплектуем бибику, да. После ремонта. Вот меня отделяют, сейчас это не джип. Есть такие ключи, 36 на 32, на джипе там шел в комплекте вот этот, ну а здесь такой гайки есть, скорее всего. Нету, на 36 здесь на нет. Лобовой переборка двигателя или что там, распредвалов это, крепится. А, да, и но то не подойдет. Нужен, вернее, нужен вот на месте, а там делать не будет. Дрова рубить. Да. Вот. В общем, делаю. Кусочек, например, вот проводочки. Тоже надо. Вот, мало ли что где-то внизу оборвало, или что, наростить. Изолента есть, все. Вот. Так как машина у нас не впрыск, а здесь еще стоит она карбюраторная. Ага. Вот. Свечки с собой. Надо. Сколько раз я выручал в тайге, вот УАЗик был когда, ага, ребята, раз отказало и ехать еще сотни километров по тайге, не едет. По прямой едет, а не хватает мощи, не работает свеча, подняться не могут. Вот, а здесь раз, она есть, заменил, нет вот так, кто что. Молодой, не знает, без запчастей. На, будьте любезны, выйти, свою семью обрадуйте, что вы дома. Ну, вот помнишь, мы тогда выезжали и поехали на 3 дня. Сколько? 3 недели сидели. Не, не, уже давно это было. Ну, давно, но факт, что... Знаю. Всякое бывает. Знаю. А когда ты за 50 километров
по тайге бензин-то 40-литрового количества нес. Вот и ехали. Два бака в машине. Знаем, что один бак расходуется в одну сторону, второй бак в другую. Приезжаем на стоянку, все нормально. А, кто что, заготовкой занимаемся. А, я там ТО машины, так как дальше что чего. Раз, переключаю сразу на второй. Комарку сучий. Сейчас меня укусил, прилетел какой-то, прилетел малярийный. Ну это опять откуда-то. Ага. Пал травы идет, вот летят. Ну и все, раз, там с бака выходит болт отстойника, есть краники, вот ставятся, что сливать, вот это конденсат, да все. А так как ездишь по тайге, чтобы не зацепить, ну вот так вот с бака, считай, торчит вот так вот с бака, и выворачивается болт. За подлицо с баком. Ну что, ну вот так вот выступает. И где-то по камням как раз зацепил камень этот болт. Болт. И выдрал. Выдрал. И система такая, что бензин вылился. А когда вылился, где вылился? И запаху вроде бы не было. Пришлось мне чеканить, правдами-неправдами глушить. Налил со второго бака бутылку, вылил в этот бак. Не потеет, не это, не бежит, все заделал. А бензина фактически нету. Вот, была канистра пластмассовая, 40-литровая. Вот. Вы как раз... Так, а с кем вы? Ну, в общем, история длинная. Нет, все, они взяли канистру эту 50, ой, 40-литровую. 40 и 15. А, с Андреем. Ой, Андрей, царство небесное. С Сашкой. С Сашкой. И вот 40 они, и 15. 40 и 15, вот это вот. И по тайге на трассу, на трассе поймали машину на заправку. И вот так вот это... И 300 километров в одну, 300 километров в другую, и подойти еще сотню. Была такая история. Короче, 15-литровку я тащил, 80 км тащил, но я тащил двое суток. Это мы с ночи. 15 литров бензина. Я заколебался, помню, спускать этот. Ее же несешь, бензин же болтается, надувается. Это долгая история. Это было, да, это было лет 10-12, наверное, уже назад. В общем, кто-то кусается. Вот она летает, кусается. Вот он. Вот она. Это новый образец. Не знаю, пошел я. Большой. На солнышко. Кыш отсюда. Укусили. Отвыкаешь непривычно. В лесу, когда в тайге привыкаешь, уже как-то не замечаешь. А тут пришла весна и кусают жирное, вкусное сало. Ну что, день у нас продолжается.